Ограничение посещения лесов – мера вынужденная, отмечают в управлении лесами. Теплая, сухая и ветреная погода – лучшие условия распространения огня в лесу. За последние сутки 7 октября лесопожарной службы Брянской области было осуществлено 8 выездов на тушение сухой травы. За предыдущие сутки, 6 октября, 10 выездов. Хотя за предыдущую неделю до этого было максимум 2 выезда в день. Призываем всех граждан, жителей Брянской области соблюдать установленные ограничения. При установлении устойчивой дождливой погоды ограничения на посещение лесов могут быть сняты управлением лесами досрочно. Но пока ограничения на посещение лесов действуют до 19 октября. Если вы увидели лесной пожар, звоните на единый номер диспетчерской службы 8 800 100 ровно 9400. В управлении лесами предупреждают об административной ответственности за нарушение ограничений посещения лесов для граждан до 5000 рублей, для должностных лиц до 40 тысяч. Андрей Мамошин, события, Брянск.